Всем привет, мои дорогие друзья. Всем привет, мои дорогие подписчики. Спасибо, что вы набирали 1 000 000 просмотров закрывания капота. Сегодня 7 декабря, среда. Это 6-я часть магазинная лента. Ну, снялся 26 июля, уже как мы поехали на дачу. А сегодня 7 декабря 2022 года. Адрес: Планерная улица, дом 17. Гиперлент. Вот напитки можно взять. Вот, берешь вот кул-кола и с сахаром. Мы покупали еще 3 литра, еще 4,5 литра. 3 бутылки. Вот. Все, покупали 3-литровую бутылочку. А теперь надо идти за чипсами. Лейс со вкусом красной икры. К сожалению, в ленте нет лейс красной икры. Решил взять соленые. Вот пачки. Он стоит почти уже 120 рублей. Вот такие напитки можно. Я взял только лейс, ой, кока-кола без сахара. Вот насладывают напитки с сахаром. Это добрый кола. Раньше нет в России кока-колы и пепси, фанта и спрайт и 7-Up еще. Только осталось только взять одну баночку сахарной фантолы и еще еще фанта. Апельсин. А, добрый фанта, да. Как я заметил. Фэнси. Возьму себе фантолу лайм. Вот это дело. А вот самое турецкий, турецкая кока-кола. Да, уж только в России еще есть. Только полуколы. Отправляемся со сладостями. Вот мы со сладостями пришли. Мы решили взять еще Сникерс Криспер сейчас с хрустящим рисом, лесной орешки, Твикс соленая карамель, песочный печеньем, Баунти с кокосовой стружкой. И посмотреть, какие вкусняшки. Вот шоколад Милка карамель. 30 числа мы будем подготовиться к Новому году. 26 декабря в школе буду Новый год встречать. Обалдеть. 31 декабря мы смотрим новогоднее вращение Путина 2023 год. 23 часа 55 минут. После новогодней ночи на первом. Фантола есть. Батончики фантолы. M&M's можно взять, такие конфетки. С шоколадом и с арахисом. Возьмем еще пост. Тоже пишет Ева. M&M's, вот. Kinder Country. 8 штук. Это киндер шоколад со злаками. Киндер Кантри. Женя о чем читает. Вот. Nutella and Go. Киндер Масс. Да, уж нет. Вот еще киндер шоколад. Всего будет 16 порций. 16 порций киндер шоколада. Вот и пипера. Вот эту пачку. Мы взяли еще лоточка пай с клубничкой. К сожалению, вообще не было этот лейс красной икры. Но пятерочки я смогу купить с кул-колой. И вот мы решили отправить самое вкусное — лапша доширак. Так, не то, это вот наш дошик. Вот со вкусом телятиной. Пачку с курякой, дошик,
А еще в самом далеком на планете еще доширак с грибами. И со вкусом морепродукты. Вот, доширак со вкусом морепродукты. Ну, то он острый, но я ел. Так, возьмем еще... еще доширак сыт на обед. Мне, Грише и Жене еще чиз рамен. Это же очень вкусно. Но это очень вкусно. Вот еще чан рамен Блэк Паста. Вот. Вот. Вот, вермишель Ролтон. Да, вот кристи дошек. Я решил взять одну вот вкусный доширак квисти с беконом. Я помню, когда в мае 2021 года, еще один год назад, на камеру Итерик 2160, это очень, еще 2021 год, меня Ольга Викторовна подарила мне такой же Алькатель 2061D. Вот. Решили опять взять Ментос и еще жвачка Ментос Pure Fresh и Pure White. Шоколадки я взял. Вот сейчас надо взять Милка с карамелью и с арахисом. Несквик Дуо. Ой, Нац Дуо, правильно. Вот, добрые фанты и добрые кола, которые нет в России, Кока-Колы. Вот. Вот, которые нет Кока-Колы. Только добрый кола, добрый спрайт, добрый фанта. Фанта, добрый манго, маракуйя. Мне решил взять вкусный. Это 4-5 литра кола без сахара. Вот в корзину все набрали. Пойдемте дальше. И вот мы протестировали камеру Alcatel 2051. Это очень самое плохое качество. 240p формат. А я выпал Full HD 1080p. С разрешением 30. Вон мама с папой что-то наберет. У меня куча слов. Половина доширака убирай, это очень много. Это очень много. Ну, на всем хватит. Не надо. Короче, моя мама не разрешила брать все доширак. Вот, пойду маму спрошу. Мам, можно уже все дошираки? Ну, мам, иди сюда. Мы взяли шампунь, когда я... Мама сказала, что снимать нельзя. Да я попробую отснять и загрузить его на YouTube. Даш, ну такие дела настолько. Она, приходите в Гиперлянд. Наш адрес: Планерная улица, дом 17. Всем пока.